По доброй традиции, на день рождения города подводят выники минулого года и вручают лепшим представникам галин вытворчасці, культуры и громадского життя премию гарвыканкама «Досягнення». Сёлета лауреатами стали 19 заслуженных магилёўчан. Так, у лику номинантов и лауреат литературных конкурсов Министерства культуры Республики Беларусь и Союзной державы Алена Белоножка. Магилёвский литератор, автор сборника поэзии «За крок от неба», а так само шматликих текстов для песен, которые выполняют зорки белорусской эстрады. Очень приятно, что оценили заслуги в первую очередь в моем любимом городе, потому что очень много про него написано. И когда работаешь на мероприятиях, пишешь сценарии, стихи, тексты песен и посвящаешь это все своему городу, и каждый раз находишь новые слова, хорошие, замечательные, искренние для него. И действительно здорово, что вот этот труд, который кажется незаметным и легким, он все-таки нашел почитателей и оценен. Своеобразным подарунком для магилёўчан и лауреатов премии стал концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».